О, а это что такое? Тут есть что-нибудь вкусненькое? Какая мерзость! Воу! Вот это я понимаю находки! Богатая мама и бедная мама. Что происходит? И кто это такие? О, хочешь этого старого мишку? Спасибо, бедная мама! А, это еще что? Возьми-ка лучше нового. Серьезно? Считаешь себя лучше меня? Воу! Мне столько не надо. Ты. И ты. Отправляйтесь на новый челлендж. О, давай начнем. И что в нем такого особенного? Хотя все выглядит лучше в золоте. Не переживайте, оно съедобное. Но все равно чего-то не хватает. Фу, что-то мне расхотелось. Она совсем так прыгнет? Вот это по мне. Кому салфетки? Вот так. Как больно. А почему у меня только это? Поджарю в тостере, это точно поможет. О, черт! Вы когда-нибудь видели столько золота в одном месте? О, что за вонь? Даже не знаю. О, мои тосты, я совсем забыла про них. Может, они все-таки еще ничего? Я не могу их просто выбросить. Думаю, у меня осталось немного мяса с обеда. Тут совсем чуть-чуть, но это лучше, чем ничего. Вот так. Бон аппетит. Какая прелесть. Эй, дворецкий. Сделай из этого еду. Эй. Все готово? Ну же. Это же золото. Не хочу сломать зубы об него. А моим детям нравится. А, еда. Ну, не совсем, но все же. Ну уж нет. Она привереда, да? Давай уже поскорее откроем. Рожок мороженого без мороженого. Ты уже здесь? Ваши топпинги, мисс. Они такие аппетитные, не так ли? Но без мороженого. Стоп, я знаю, что делать. Полезайте внутрь, ребята. А потом... Растопленный шоколад, конечно. Нальем до краев. А сверху пончик. Вы вообще видели что-то красивее этого? У меня ничего такого нет. Вот это валит на улице. Конечно, я скоро. Куда это она собралась? Эй! И все это ради мороженого. Представляете? Придадим форму и готово. Какая прелесть, правда? О, да. Я точно выиграю в этом раунде. Вау, у меня что, сегодня день рождения? Фу! О, нет, ей не понравилось. Обожаю пончики. И у нас есть победитель. О, всегда пожалуйста, дорогая. Готово. Фрукты. Но тут только виноград. А у нее целый арбуз. А? Спасибо. Ха, вот умора. И что мне делать с этой громадиной? Точно. Ковшик. Отлично. Щипцы. Венчик. Почти готово. Вот так, потрясающе. Кто же не любит большие торты? О, да. Тина? Окей, ты готова? Поехали. Поймала. Круто. Вторая пошла. Эй, вы что, не хотите торт? Вы только посмотрите на него. Уже покатилась. Да, это просто нелепо. Я всегда разрешаю детям играть с едой.
Готово! И что мне с этим делать? Они вкуснее, когда горячие. Готово! Но не хватает кетчупа. Да побольше! Ох, какая мерзость! Готовы ручки? Пора приступать к работе. Маленькие хот-доги готовят маленькие ручки. О, спасибо. Полезайте внутрь. На очереди свежий помидор. Намного вкуснее кетчупа. Справимся без ножа. Ну же. Давай. Вот так. Свежий томатный соус. И про горчицу не забудем. Золотую горчицу. Ложечки хватит. Идеально. Как же тут без украшения? Какой же он аппетитный. Просто заберите. Хот-доги. А булочки нет? О, читайте мои мысли. Посмотрим. Неплохо. Ей понравилось, видишь? А теперь перейдем к этому здоровяку. Как пахнет! Вкусно! Браво! Похоже, богатая мама победила. Что же дальше? Та-да! Взбитые сливки. Эй, мне нужна помощь. Сделайте из этого что-нибудь съедобное. Спасибо большое. Хорошо ей. И что мне с этим делать? Да я же так дома постоянно делаю. И чай – это недорого. Сначала молоко. А затем черный чай. Классный карамельный оттенок. А сверху вкусняшка. Ну, красота же, да? Может, добавить шоколад? Но печенье дешевле. Лучше сахар. По такой-то цене. Мне уже сладко. Капелька для цвета. Смотрится уже хорошо. Вау, красота! И вот наш финал – посыпка. С ней правда повеселее. Но где-то мое. Ваш коктейль, мисс. Вау! Неплохо для домашнего. Ничего, если я возьму. Хорошо, что там еще осталось. Вау! Может, хватит, Минди? Пена уже выше тебя. О, мой шедевр! О-оу, вишенка слишком тяжелая. О-о-о! Этого я не ожидала. Еще и прическу испортила. Взгляни, все просто ужасно. Да. Несите вкусняшки. Сложно перед вишенкой устоять. Но, думаю, напиток тут основное. Сойдет. Тут без трубочки не обойтись. Посмотрим. О, да, это победитель. Да, ей понравилось, я так и знала. А вы бы хотели, чтобы какая-то из этих мам приготовила вам обед? Или вы бы и сами справились? Расскажите в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Уже досмотрели? Тогда подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить все веселье.